Всем привет! Меня зовут Нина Якименко. И сегодня я приехала в город Раменское на фабрику музыкальных инструментов. Сегодня я хочу вам показать изнутри, как работает эта фабрика, все эти красивые инструменты, которые она создает. И поможет нам в этом Павел, руководитель фабрики. Здравствуйте, Павел. Здравствуйте, Нина. Здравствуйте. Приветствую на вашей фабрике. Расскажите, пожалуйста, как вообще родилась идея создания фабрики музыкальных инструментов? Ну, это все произошло спонтанно, можно так сказать. Вот. И мы занимались очень много продажей инструментов, работали с музыкальными школами. И в один момент просто стала такая ситуация, что не было возможности нигде купить именно инструменты, народники, гитары российского производства. То есть был дефицит такой довольно-таки большой. Вот. Ну и, соответственно, подумали, а почему бы самим бы не сделать? Ну и, собственно, вот. Резонно, да, вопрос. Мы здесь. А вы сами музыкант? Музицируете? Да, немного для себя, для семьи. Играю на гитаре. А в каком году все это основано было? Начали мы задумку где-то еще году в 17-м, наверное. Ну, организовали все это уже в 18-м, начали работать. Начали искать мастеров, обучаться, ходить к старым мастерам обучаться. То есть где-то так, потихонечку. Сложно было вот поначалу, особенно с мастерами, найти качественных, которые бы устраивали? О, конечно, каждый мастер по-своему своеобразен, да, интересен. Вот, поэтому приходилось, конечно, туговато немножко. Ну, опять же, когда начинаешь делать что-то сам, ты понимаешь, что тебе нужно, как это должно быть, и это гораздо проще, конечно, довести до своих мастеров, что нужно и как это должно быть. Вы делаете только народные инструменты, правильно я понимаю? Нет, мы делаем не только народные инструменты, мы делаем и гитару, это всенародные инструменты. Я имею в виду русские народные инструменты. И русские народные, да. И гитары, соответственно. И гитары, да. Ну, расскажите, пожалуйста, про балалайки, домры, как они вообще делаются и из какого дерева? О, с деревом сейчас тоже это такой очень серьезный вопрос. Начинали мы все это делать, конечно, из стандартного набора деревянных заготовок: клен, палисандр, черное дерево. Сейчас есть сложности, конечно, в связи с нашей ситуацией в стране небольшой. Вот. С возом дерева. С возом дерева, да, именно иностранного. Тот же палисандр, тот же черное дерево, немножко под запретом где-то в каких-то вещах. То есть, поэтому приходится заменять, это искать возможности. Это в силу того, что палисандр – это Красную книгу занесено или с чем в связано? В том числе, да. Его становится меньше, и во многих странах вырубка этого материала, этого леса запрещена. Павел, расскажите, как создаются балалайки, с чего они вообще крепятся, как делаются? Потому что о гитарах я знаю все, а о балалайках нет. Ну, балалайка почти то же самое, что гитара. Принцип у нее в конструкции одинаков с гитарой. Только корпус изменен немножко. Наш традиционный треугольный, необычный. В России все необычно, поэтому треуголка только, по-моему, у нас есть. Вот. Ну, значит, начальный этап происходит вот на таких заготовках. Мы их называем вертолетами. Опять же, все это в России, так скажем, на что похоже, так и называется. Вот. Изначально, то есть набирается задинка, вот она, это уже закреплена на вертолете. Сборка ее идет, вот таким образом она собирается. То есть на деревяшечке, видите, цельное дерево, это не фанера. Обращаю внимание, что все инструменты делаются из натурального дерева, никакие фанеры, ничего. Вы вообще не делаете из фанеры, только массив? Есть некоторые вещи, которые, ну, это в основном вот на контрабасе. Бывает, используем на более дешевой модели, чтобы просто облегчить ее для тех же учеников, там, чтобы было немножко помочь. Ну да, потому что чем больше, соответственно, тем дороже. А так, даже здесь, на контрабасе, вот видите, да, здесь то же самое дерево идет. Все. Остальное все клен, все чистое дерево, все обечаечки, все проклейки, все из натуральных. Даже проклеивается все ХБшной лентой. Для того, чтобы материал не садился, не стягивал, не усаживался. То есть, чтобы он постоянно был в одном напряжении. То есть, каждая полосочка, все проклеивается, все индивидуально. Все, вот это уже палисандр, вот вставочки настраивания. Остальное все клен.
Сколько выдержка обычного древесины у вас? Мы покупаем уже выдержанную древесину у производителя. И сейчас у нас нам продают уже дерево, там 7-13 лет выдержки. Вот. То есть усадка минимальная у него? Да. Палисандр, который мы успели закупить в былые времена, у нас уже отлежался больше 10 лет. Это у нас только. Это там еще тоже очень долго лежал. Вот. Дальше происходит подготовка сначала грифа, то есть наборка самого грифа. Сейчас я это все покажу чуть-чуть. Вот. Вот таким образом собирается, тоже склеивается каждая дощечка, подгоняется и делается такой полуфабрикат, заготовочка для самого грифа. Дальше он... это стерженечек выполняет уже идет роль анкера? Это уже он идет роль как анкера для того, чтобы дерево не играло, не уводило и гриф не вело. Это тоже клен, тоже выдержанный. Вот. Дальше это все укладывается вот сюда на вертолет. Все крепится и начинается подгонка уже клепками. Клепки тоже сначала подготавливаются, заготавливаются, вот, наклеиваются на них вставочки, которые мы потом видим в виде вот таких прожилочек аккуратненьких. Вот, то же самое делается на клепочках, и каждая клепка вставляется сюда, и начинается подгонка уже, получается вот такая заготовка. Это подгоняется, крепится, клеится и немножко закрепляем первоначально. А балалайки в основном покупают музыкальные школы или есть достаточно много частных лиц вообще? Есть частные лица, которые покупают у нас балалайки. Конечно, заказы идут. Ну, как правило, это в любом случае люди, которые уже или отучились, или пускают своих детей обучаться в школы, отправляют. Посвященные как бы в это да, народную музыку. Ну и так бывают люди, да, кто спрашивает, говорит, да, дайте мне, хочу научиться. Есть такие люди в возрасте, молодые. Что не хватает немножко информации о народных инструментах вот в обществе, да, в основном покупают, наверное, гитары, там укулеле модные, что вот именно на балалайку обращали молодые люди внимание, такого нет. Ощущаете это? Сейчас появляется интерес у молодых людей, вообще у населения. То есть сейчас подъем? Да, есть небольшой подъем. Он не такой прям огромный, но все-таки интерес появляется у людей. Когда сейчас, опять же, появилась возможность обучения в школах этому инструменту, потому как долгое время обучение было только в очень узком кругу заведений, которые обучали русским народным, как-то очень мало людей стремилось к этому научиться, хотеть. Ну, скучно там. Да, как-то это все было скучно. Да. Сейчас перевели это все на модный лад. Сейчас звукосниматели вставляют в инструменты при желании. Кстати, тоже... вы вставляете, да? Да, если надо. Всякие электробалалайки. Можем сделать под заказ, это уже не проблема. Трансакустическая балалайка, например, это же круто. Да, конечно, да. Вот за счет всего этого как раз и получается. Весь этот интерес у людей немножко поднимается. Ну, фактически, ведь это как наша укулеле, и на ней можно играть все, что угодно. Так же, как и на укулеле, да, и на даже гитаре. Даже больше интереснее. Ну да. У нее звук как-то более глубокий, да, чем у укулеле. Да. Поэтому и возможности у нее, мне кажется, даже больше, чем у укулеле. Все-таки народники. Не зря есть народники. С них можно выжать намного интереснее звук. И... Разную фактуру, наверное, фактуру. Да, фактуру. Здесь, обратите внимание, мы всегда ставим печать
производства, и мастер сам ставит тоже свою роспись о том, что номер ставится инструмента и категория, к какой категории будет относиться этот инструмент. Вы, наверное, гарантию, да, даете тоже какую-то? Да, конечно. Это в любом случае гарантия всегда идет под инструмент. Один год это у нас всегда стандартно, ну, там плюс-минус мы всегда не против. Если вдруг что-то, то сам мастер, опять же, отвечает за каждый свой инструмент. Дальше изготавливаются деки. Вот она склеивается, на нее наклеиваются пружинки, здесь пока их нет. Вот, все это накладывается, подгоняется, отчерчивается и переходит к следующему этапу сборки. Здесь мы уже уложили деку, мы ее наклеили, притянули, вырезали у ней отверстие, все сделали врезку декоративную. А розетку это... сами делаете? Да, вот все вручную, только вручную. Все инструмент все вручную делается. Этим и ценится. Вот, все это подгоняется, выгоняется. Дальше будет устраиваться накладка. На гриф уже наклеивается. Сейчас Александр как раз ее подгоняет, все выкладывает, чтобы идеально была ровная поверхность, чтобы нигде ничего не гнуло, не переуходило. Вот это вот то, что... Это что за дерево? Это палисандр. Тоже все палисандр. Вот, потом прижимается, все это склеивается, выстаивается. Для того, чтобы все хорошенько было прижато. Это уже готово. Можно показать. А верхние деки делаются только из ели или из кедра тоже? Делаются из кедра, но мы из ели. Так, звонче, да, получается звук? Да, кедр более такой. Пока наш поставщик нам поставляет ель, мы будем делать из ели. Кедр только как спецзаказ. Если. Да, если а его нет. Сложно, наверное, сейчас раздобыть, да? Там какой-нибудь канадский кедр. Ну почему? Нет, у нас наш кедр. У нас есть кедр. Наш кедр тоже. Сибирский, замечательный. Да. Очень хороший, да? Да. Очень хороший. Только, опять же, производителей мало. Очень редко его производят, и поэтому сложно достать. Но можно. Под заказ можно сделать все. Вот. Следующим этапом уже идет покраска. И шлифовка, гриф, все, гриф, обработка грифа, чтобы он стал круглый после вот таких вот всех грубостей, квадратностей. Ну да, вот это уже итоговый результат того, что получится. Все отшлифовано. Кстати, вот здорово сделано, что здесь глянцевый лак, да? Здесь матовый. Гриф, да. И как, вот на гитарах мне тоже так нравится. Это когда в обязательном гриф... порядке делается. Это как раз-таки по просьбе всех преподавателей, всех, кто умеет играть на инструментах. Вот сделано именно так. Ну, правильно, да, это очень удобно. Рука потеет и не прилипает. Вот такая красота. Все дальше настраивается, складывается и отправляется покупателю. Красиво, здорово. Я даже захотела себе балалайку. Приходите, сделаем. Она, кстати, настроена? Да, наверное, надо попробовать. А какой у нее строй? Ля-ми-ми. Две ноты всего. Вот видите, надо учиться, да. Сейчас это модно, говорят. Ну да, и вот я сочиняю музыку, например, использовать какие-то разные краски в своей музыке. Началось с того, что гитару я ремонтировал давно, то есть я знаю, как с этим работать. И вот когда предложили, когда организовалась Раменская фабрика музыкальных инструментов, вот я решил, а почему бы нет? Почему бы резко не поменять свою жизнь в очередной раз? Вот. И попробовать это дело. Я попробовал, во-первых, мне жутко нравится работать с деревом. Хотя я раньше никогда этим не занимался, но мне понравился вот, и запах вот это дерево, и все вот эта стружечка, это все. Это здорово. И потом я музыкант в прошлом, хотя бывших не бывает. И когда делаешь музыкальный инструмент, то есть вот из там двух-трех досок непонятных каких-то бесформенных,
в процессе вот этого всего получается инструмент, который издает звуки, на котором можно играть. Оживает, если он еще... да, дерево? Оживает. А если он еще получится удачным, ну, это супер. Я вот этим так проникся. Вот. Но когда стал делал балалайки, вот как обучили меня, научили мастера, которые всю жизнь работают с этим, я стал смотреть, слушать балалайку в общедоступных там ресурсах, YouTube, там все такое. Я влюбился в этот инструмент. Это настолько недооцененный инструмент, что вот, ну, гениально. Андреев придумал вот эту балалайку, вернее, он не придумал, он ее адаптировал из народного инструмента, сделал академический инструмент. То есть там вот количество ладов увеличил до 27, вот это сочетание нейлоновых и металлических струн, которые дают неповторимый вот этот вот тембр балалайчный. Вот. Я влюбился в балалайку, я жутко захотел научиться, но поскольку возраст у меня уж такой, у меня и пальчики уже для обучения, скажем так, староваты. Вот. И я ленивый по натуре, то есть мне смотреть уроки где-то там брать нет. Я сам просто сам стал подбирать вот это, видел, как вот они зажимают, все вот эта вот техника. Постепенно, постепенно. И честно скажу, я вот в последнее время, я кроме балалайки никаких инструментов не беру в руки. Ни фортепиано, ни гитар, ни... Ну вот... Есть свободная минутка, я хочу поиграть на балалайке. Ну, существует ведь клише, да, которое говорит о том, что вот это народный инструмент, на нем можно только играть какие-то народные плясовые. Это заблуждение. Я тоже так думал, пока вот в руки не взял. Это такое заблуждение. Балалайка очень универсальный инструмент. Играть на ней можно все, что угодно. Все, ну вот можете посмотреть, вы там и Паганини 24-й каприз играют, и там и джаз играет, ну... Вот у нас сложилось впечатление, что балалайка – это, ну, типа… Да-да-да. Но ведь можно как-нибудь, там, допустим, латино какую-нибудь. Сейчас. Ну, у меня плохо получается, допустим, или что-нибудь. Пожалуйста, Клэптон. Да, и светлая еще такая краска у нее тоже. Да. Я еще играю. Совсем не так звучит, как на гитаре, но именно за счет вот этой светлой да, краски, да, очень да. красиво. Так что я фанат балалайки стал. Классно, вообще здорово, очень вдохновляющая история. Вы знаете, я вот надеюсь, что наших подписчиков тоже это вдохновит. И у нас подписчики в основном гитаристы, и гитаристу, мне кажется, самое то играть на балалайке. Вот я уже точно решила, что хочу балалайку. Одно другому не мешает, а только дополняет. Вы знаете, что еще радует, что вот последнее время заметен бум народного инструмента, именно вот балалайки. В музыкальных школах, ну, во всех, наверное, есть классы народных инструментов. Туда довольно приличный набор, закупаются инструменты, и это радует. Это наш русский инструмент. Да, да. Мы должны сохранить традиции, безусловно. Я когда беру в руки балалайку, я себя ощущаю гражданином своей страны. Классно, здорово. Спасибо большое. Ваших подписчиков я агитировал как мог. Слушайте балалайку, играйте на балалайке, и будет вам счастье. Давайте пройдем в наш небольшой уголок гитариста. Да, это очень интересно. Здесь мы производим сами гитары. Здесь заготовочки у нас, шаблоны идут все. Это машинка для прижатия, специально на деку клеются, где пружины. Здесь вставляются специальные пружинки и прижимают пружины на самой деке. Это основная заготовка корпуса гитары. И, собственно, вот она, сама красота, которая у нас получается, да, в итоге. Красиво. Это уже финальные результаты. Головка грифа такая прям резная, красивая. Старались.
Все из натуральных, опять же, материалов. Все из массива, да? Да, все массив, нет никакой фанеры здесь, ни капельки. Вот сами заготовки. Это дека. Дальше пружинки подгоняются, все выкладывается. Дальше они будут обстругиваться точно так же, уже индивидуально относительно деки, как дека будет ложиться. И это тоже один из шаблонов для того, чтобы можно было сам корпус собрать уже непосредственно под определенный размер самой гитары. Есть разные размеры, вы знаете, я думаю, что в курсе. Вы именно классические гитары делаете только? Пока, на данный момент, да. Планируете делать там акустические электрогитары, укулеле, что-то такое? Акустические, да, с электрогитарами пока нет. У нас много производителей, которые делают достаточно хорошие гитары. И... Акустические планируете? Акустические планируем. А укулеле? Укулеле, не задумывались, мне кажется, сейчас это неинтересно. Лучше делать балалайки. Да. Добрые балалайки, гусли. Пожалуй. Намного интереснее, чем укулеле. Опять же, сохранять традиции наши. Да, сохранять традиции и... радовать наших покупателей. Я много вам рассказал уже о том, что у нас много заготовок. Да, это были заготовки для акустической гитары, как раз, как вы спрашивали, да? Ну да, крестообразно. Что мы собираемся, вот пытаемся попробовать сделать, собрать. И вот это заготовки уже для классической гитары. Это тоже полный набор, здесь уже будут подгоняться, все делать. Для классики будут верные, да, стандартные? Да, будут стандартные, все как положено. Дальше идет у нас сборка корпуса, как я говорил уже. Подгонка полностью, весь корпус собирается, склеивается. Это классическая гитара. То есть вот тоже пытаемся сделать более простую модель, облегченную, чтобы была возможность это, опять же, поставлять для музыкальных школ. Более дешевый сегмент. Дальше идет сборка и подгонка именно грифа, потому что, как вы видите, тоже гриф сделан. И дальше уже будет вырезаться, склеиваться. И остальное наклеивается на кладочки. Потом у нас мы сделали опять же вот накладочку. Это боковинки, как вы видите, обечаечки. Вот они красивые все. На собственном гибочном станке небольшом. Он находится у нас вот здесь. Вот стоит небольшой образец. Мы также сделали несколько для того, чтобы можно было попробовать наладить, немножко другую модель сделать. Вот мы попали на производство, можно так сказать, отдельное. Тут каждый стол у нас это отдельное производство. Производство Домбр. Расскажу немножко, как это все происходит. Все начинается, как обычно, с заготовок. Это заготовочки, это шаблоны для самих заготовок. Похоже на балалайку, да, из маленьких сегментов, да, складывается нижняя дека. Совершенно. А нижняя дека называется как? Нет, вот эта часть? Это корпус клепки точно так же, как на балалайке. Вот. Дальше это вот мы уже разработали свои шаблоны. Это маленький секрет. Вот. Это старые шаблоны, по которым мы брали как образцы у старых мастеров, где мы обучались, как они нас учили все это делать. Дальше мы уже придумали сами, как это сделать по-новому. Соответственно, каждая клепочка, вот ее видно, этот сегмент, он также приклеивается, все боковые накладочки делают, чтобы получились прожилки. Вот. Дальше это все укладывается на общий шаблон и утягивается вот таким образом. По старинке ничего нового мы не придумали. Это, она дает более равномерный прижим для все клепки. Все стягивает хорошенько и все усаживается прям. Получается полностью ручной такой труд, да? Да, совершенно верно. Все вручную. Вы видите, что мы здесь никого не обманываем и делаем все своими руками от начала до конца. Каждая клепочка, каждая прожилочка, все это приклеивается прям вручную и подгоняется. Ну, это круто, конечно, здорово. А из какого дерева делается в основном домбра? То же самое, так же, как и балалайки. Из клена, из палисандра, наверное, клен, тоже? Клен, палисандр, да. Все то же самое, ничего нового. Угу. Ну, как все струны получаются, ну, я имею в виду щипковые. Да, как это гитары. Оптимальный материал для самих этих инструментов, для звучания, чтобы они были звонки, чтобы давали, опять же, басы, чтобы резонанс был хороший. Сейчас я на соседнем столе возьму инструментик, вот это уже мастер подсобрал все, корпус сделан, все это уже лакируется.
и устанавливается на нее, уже идет панцирь, накладочка защитная она, так называемая. Так вот она крепится, все тоже будет подгоняться и устанавливается. Вот таким образом крепится, все подклеивается. Все тоже из натуральных продуктов. Симпатично так выглядит. Это клен, да, сзади? Да, тоже простой клен. Просто клен. Это инструмент ученический, поэтому используются простые материалы. Елочка простая, более, скажем так, немножко низшего качества. Сорт А идет сюда. Но все равно все из массива, и все, да, будет очень здорово звучать. Да, все это массив, да, поэтому, опять же, своих покупателей мы просим следить за инструментом, даже если даже это инструмент ученический, он сделан из массива, и за ним нужно, соответственно, следить, ставить увлажнители. Есть специальные увлажнители для таких небольших инструментов? Есть увлажнители, они просто кладутся вместе с инструментом в чехол. И можно тем... любой использовать. Да, можно любой простой гитарный, какой угодно покупать. Просто вкладывать вместе с инструментом в чехол, хранить. Ну и, естественно, не хранить это где-то там возле батареи, да, на солнце, где-то на стеночке, которая греется, или висит это где-то рядом с окошком, где это все постоянно проветривается. Или в машине оставлять на морозе, как да, тоже бывает. Да, в машине на морозе, там, или на чердак куда-то бросают, где это все валяется, потом... Потом, а у меня гарантия год. Да, гарантия год, а что-то с инструментом не так. А вот тогда мы и говорим, ребята, ну, это дерево. Если вы положите даже простой кусочек дерева где-то на солнышко, он у вас потрескается. Ну, конечно. А инструмент тем более, это сочетание многих разных материалов. Это склейка, это опять же подгонка этих всех материалов один к одному, чтобы они были идеальными, чтобы все нигде трещинок никаких не сколов, все это было ровно. Мало того, чтобы у вас и гриф потом не вело, никуда не выгибало, чтобы струнки идеально у вас сидели по ладам, не звенели, не дребезжали. Поэтому нужно следить за инструментом. Вот это тоже ученический инструмент. Мастер решил сделать его вот таким, более красивым. Сделал две прожилки. Соответственно, да, эффектно выглядит. Стал немножко поинтереснее. Вроде, казалось бы, используют те же самые материалы с тем же самым подходом. Вот интересно, ну, я как человек... Как гитаристка, да, вот обратила внимание, что на домре металлические струны. Совсем, ну, другая краска. Да, а на балалайке нейлоновые струны, как вот на классике гитарной. Кто-то использует и на балалайке металлические струны. Да? Да, это все, опять же, индивидуально. Но домра, как изначально, именно по школам, музыкальных школах, используются металлические струны, это стандартные струны мы ставим. Если нам закажут, конечно, другие, поставим другие. А вот, например, на гитаре нельзя ставить, да, там металлические на классическую гитару, да, в связи с конструкцией пружин и так далее. Как это происходит на балалайках и домрах? Там неважно, ну, как бы натяжение идет нейлоновых или металлических струн? Вообще, конечно, струны лучше ставить те, которые изначально под которые да? сделана конструкция, да. Если вы, скажем так, придет человек, который захочет использовать инструмент только с металлическими струнами и вот с жестким натяжением, ну, в любом случае такие люди могут быть, да, и звуковые, вкусовые качества у всех разные, и он захочет именно это, то тогда нужно будет все-таки инструмент немножко усилить изначально, в конструкции сделать небольшие изменения, они несложные, но это лучше сделать для того, чтобы инструмент смог выдержать именно ту нагрузку струн, которая нужна. А балалайка традиционно идет с нейлоном все-таки или с металлом? Да, с нейлоном. С нейлоном. Ну, традиционно, да, с нейлоном. Производим у себя вот такой инструмент.
Вот. Это гусли звончатые, 15-струнные. Также у нас гусли и 17-струнные, альт и прима. И 17-струнные, и 15-струнные. А как они подстраиваются? Вот здесь такие штыречки. И это все как на пианино. Специальный ключик. Вот такой золотой практически. И чуть-чуть тянется струна. То есть струна. И натягивается. И так каждая струна. А если упростить систему и сделать здесь как колки на гитаре? Есть такое? Колки как на гитаре не получится. Слишком большое натяжение. То есть она будет расстраиваться, она не выдержит, да, такого? Нет, ну, просто колки не выдержат такой нагрузки. Ну, да, я про это. Здесь очень, очень большая нагрузка, не так, как на гитаре, к сожалению. Вот. Ну и плюс, опять же, крепление. Здесь идет, оно в массив крепится сам штифт, он закручивается на полную, поэтому за счет этого держится. Угу. А колок вряд ли так будет держаться, и опять же. Да, просто струн много и довольно сложно каждую подкрутить. Да. Еще есть также такие же гусли, они используются с машинками. Их так называемые машинки полутонов. Угу. Они с рычажками, то есть каждая струна перестраивается на полтона. А, вверх, ну, полтона, то есть это более упрощенная система? Это не упрощенно, это наоборот. Некоторые продвинутые уже музыканты, да, которые постоянно этим занимаются, некоторые музыкальные школы нас просили вот сделать им именно с машинками. Но это удобнее, я имею в виду упрощенные для пользователя. То есть это удобнее играть на таких машинках? Я не знаю, я не играю, если честно. Поэтому не могу сказать удобнее, но это какое-то такое специальное приспособление, да, которое позволяет музыкантам воспроизвести какое-то произведение, используя переключение на полутонах на каждой струне. Все, я поняла, да. Просто больше возможностей. Да. Да, очень красиво звучит. Да, сейчас инструмент не настроен. Ну, я имею в виду сам звук и то, что вот, вот оно, вибрация такая распространяется. Да, да. Это еще сам, это прима. На альтах более глубокий звук. У них корпус немного побольше, сделан немножко по-другому и побольше. А дерево какое используется? Дерево также классическое, как во всех инструментах, тоже ель. Верхняя идет. Часть ель, да, 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 здесь уже... Здесь там палисандр, где-то бук используется для основного несущего массива. Также клен и палисандр, и елка, и клен. На обратной стороне у нас идет клен. Вот он такой красивый, весь играет. Переливается. Сколько инструментов в год вы производите? В год сумму точно не, ну, может быть, не месяц, подсчитываю, месяц удобнее. Но в среднем один мастер от 4 инструментов может произвести за месяц 4-6 инструментов. А мастеров сколько? Ну, у нас порядка 8, и так еще есть новые тоже, которые пришли у нас, обучаются сейчас ребята. А есть ли у вас в будущем планы наполеоновские расширять производство? Ну, конечно. У нас огромные, расскажите о планах. У нас огромные планы. На самом деле есть задумка построить именно фабрику с конвейерным производством хороших гитар из массива, чтобы это было уже более доступно для всех, для всего населения. Потому как все-таки мастеровой инструмент, он более дорогой и не может быть дешевым. А не ухудшится качество? Вот все равно говорят, что конвейерный не сравнится вот с ручным, и как? Вот мы как раз к этому и стремимся. То есть мы сейчас как раз разрабатываем модель, и мы ее уже, можно сказать, разработали. Мы ее воспроизвели, мы взяли наших конкурентов, грубо говоря, и сделали точную модель. У нас получилось, ничего, качество не ухудшилось, и как раз к этому эквиваленту мы хотим подвести вот ту гитару, те именно гитары, которые собираемся производить на этом производстве. Ну вот когда будет конвейерное производство, вы планируете оставить еще кастомные гитары, ручной труд? Обязательно, обязательно при заводе будет обязательно отдельный цех именно мастеровых инструментов, также будем продолжать. Делать и балалайки, и домры, и гитары, и мастеровые именно ручной сборки. То есть все будет, все останется так же. Ну да, это здорово, потому что когда есть и средний ценовой диапазон, и более бюджетные варианты, и когда уже люди хотят что-то эксклюзивное, и у вас все уже будет
работают? Да, конечно. Мы как раз стремимся к тому, чтобы быть ближе именно к людям, именно тем самым, что мастер будет непосредственно отвечать, каждый мастер за свой инструмент. И опять же, эти же мастера будут следить за качеством выхода и основного потока инструментов. То есть будет выбираться какая-то часть инструментов из общей партии, откладываться и испытываться, чтобы качество не страдало. Плюс, опять, мы хотим сделать так, чтобы все материалы, все-все-все производилось именно на нашей фабрике. Все делалось от колков до струн, то есть полный цикл сделать от начала до конца. Когда будет готова уже фабрика с конвейерным производством, мы ждем приглашения. Это, конечно, само собой. Спасибо большое за то, что рассказали, за такую замечательную, интереснейшую экскурсию. Было очень интересно, здорово. Я думаю, что нашим зрителям тоже было интересно. Поэтому я надеюсь, что поклонников балалайки и домры после этого видео будет больше. Да, мы всех приглашаем на нашу фабрику. У нас не закрыто ничего. Всегда милости просим. Можно всегда со мной созвониться. Все контакты есть на сайте у нас. Приходите, приглашаем и учителей со своими учениками. Можем показать всем, как делается. Я думаю, что детям это будет очень даже интересно. Конечно, посмотреть, конечно, как делается инструмент, на которых они пытаются научиться играть. Да, увидеть все это закулисье, магию создания инструмента. Как Александр сказал, как из дерева, да, рождается. Да, из маленького кусочка дерева возрождается такой инструмент, на котором потом извлекаются звуки. Играются очень знаменитые пьесы и радуют всех вокруг. Здорово, спасибо большое. Вы делаете очень важное дело. Продолжайте его делать, и я желаю вам успеха. Спасибо большое. Друзья, приобщайтесь к прекрасному, приезжайте на фабрику, покупайте балалайки и домры, и имейте в виду, что эти инструменты не только для того, чтобы играть русскую народную музыку, вы на них можете играть абсолютно все. Ждите новых классных репортажей. Всем пока!